Коллеги, всем здравствуйте, всех рада приветствовать. И сегодня мы с вами продолжаем разбирать стандарты ФРС-15, выручка по договорам с покупателями. Поговорим о шаге 4, распределение цены операции. Этот шаг будет для вас актуален только если в шаге 2, где мы идентифицировали обязанности к исполнению, мы поняли, что у нас обязанностей несколько. И если у нас обязанность одна, то смело шаг пропускайте и идите к шагу 5. Значит, если несколько, что нам нужно делать? Стандарт говорит, что необходимо максимально использовать наблюдаемые исходные данные и последовательно применять выбранный метод. Вот давайте рассмотрим два метода для примера. Значит, у нас продажа товара, если несколько продуктов. Если продукты отдельно продаются, вот есть такая стоимость, 30 рублей, 70 и 50. Если товары продаются вместе, то действует скидка. Коллеги, безусловно, если скидки нет, то и вопросов нет. Да? То есть тут, в принципе, и думать нечего. Понятно, по каждому товару есть цена, она в договоре прописана, и вопросов у вас не возникнет. То есть если вы из договора четко можете понять, неважно, там товар или услуга, или товар с услугой, если у вас в договоре четко прописано, что вот этот товар это столько, а услуга стоит столько, то ну, тут распределение никаких вопросов не вызывает. Другой вопрос, что если продается пакет, а при этом что получается, что обязательства исполняются в разное время, то есть нам нужно будет, может так случиться, что у нас продажи одного продукта в одном периоде, а продажи другого в другом. Вот что нам делать? То есть если бы они вместе продавались, опять же, вопросов нет. Ну, признаем выручку 135 рублей, и все, какая разница, на что, на какой товар пошло. А разница будет только, если вот произошел такой временной разрыв, когда это попало на отчетный период. Значит, мы должны с вами проанализировать. Если мы, допустим, продаем в каком-то, в другом, да, варианте эти продукты, допустим, не вариант, когда А, Б и С, а можем ли мы продавать их в другой комплектации, например. Ну, все возможные варианты рассмотрим. А и Б продукты, А и С, и Б и С. И смотрим, действует ли вот эта скидка при продаже, соответственно, товаров в другой, как бы, в другом наборе, да, то есть какой-то набор. И вот мы можем продавать там шампунь, крем, там, не знаю, гель для душа, да, вот, вот если их как-то по-другому распределить, будет ли скидка. Здесь у нас вариант такой, что, ну, условно, да, принимаем такой вариант для примера, когда при продаже даже неполного пакета из трех товаров, а, допустим, продажа двух товаров из этих трех идет, любых, все равно всегда получается скидка 15. Ну, просто такой вариант, да, вот для примера. Допустим, шампунь плюс крем скидка есть, гель плюс крем есть, ну, в любом случае 15 рублей у нас скидка. Тогда мы можем смело просто пропорционально стоимости без скидки распределить эти 15 рублей. Потому что они равнозначно, по сути, относятся к любому товару. А, получается, как мы распределяем? По каждому товару смотрим, какая у нас цена без скидки, всего 150. Смотрим процент от общей цены. Ну и этот процент умножаем на 15. И вот распределяем по каждому товару. Да? То есть по товару А скидка получилась 3 рубля, по товару Б 7, просто он дорогой. По товару С 5. Итого 15. Соответственно, при продаже, допустим, товара А, вы понимаете, что цена у вас будет 27, 30 минус 3. При продаже товара Б 70 минус 7, 63. Но ситуация может быть немножко другая. Вариант, допустим, когда мы при продаже пакета А плюс Б даем скидку 15, при продажа пакета А плюс С даем 15, а если Б плюс С, то вообще не даем скидку. О чем это говорит? Это говорит о том, что на самом деле скидка дается только за продажу товара А в совокупности, ну, с каким-то еще товаром,
То есть, если отдельно просто товар А вы покупаете, скидки нет. Но если вы его возьмете еще с чем-то, то вы, по сути, получаете скидку на товар А. Потому что, видите, в варианте Б плюс С нет скидки, она не участвует. Поэтому на самом деле мы вот эти все 15 рублей будем относить на товар А. Потому что товары Б и С, они не участвуют у нас вот в этой скидке. Ну, безусловно, когда покупатель покупает, если он покупает А плюс Б плюс С, он это не осознает, да? То есть он как бы не знает на что. Но мы это с вами понимаем, мы для чего эти 15 рублей скидку дали? Для того, чтобы все три товара продать? Или просто нам нужно, допустим, избавиться, по сути, от товара А? А если покупатель покупает у нас там, ну, будем так условно говорить, хорошие продукты Б и С, и при этом еще А возьмет, ну, и слава богу, и получит тогда еще скидку. Ну, просто вот как вариант ценовой политики. Вот таким вот образом, коллеги, такую хотела вам ситуацию рассказать. Если вопросы возникнут, пожалуйста, пишите. На этом на сегодня все. И следующий у нас выпуск будет посвящен заключительному шагу, шагу 5, признание, собственно говоря, выручку. Поэтому следите за нашими выпусками, я думаю, это будет для вас интересно. На этом прощаюсь, всего доброго, до свидания.